Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сказала собеседница агентства. Нина Русланова – советская и российская актриса театра и кино. Родилась 5 декабря 1945 года. Работала в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Маяковского. В ее фильмографии более 140 ролей, среди которых «Короткие встречи», «Познавая белый свет» и «Настройщик» Киры Муратовой, «Мой друг» Иван Лапшин Алексея Германа, «Афони» Георгия Данелия, «Завтра была война» Юрия Кары и другие.